Здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас в гостях сегодня Анатолий Кавун, автор, координатор социальной платформы «Доброе дело Одесса». За плечами уже несколько десятков таких добрых дел, различных проектов. Но я вот всегда, когда так наблюдаю, иногда из-под тишка, вот, сказать, заглядывая к вам на страницу, подсчитываю, меня всегда как-то удивляет один вопрос. Неужели можно поменять ментальность людей, чтобы они включались в эти добрые дела? Потому что, ну, те же, не знаю, урна для собак. Ну, это наивно просто, мне кажется. Ну, люди, сколько наблюдают за этими собачниками, ну, единицы буквально, там, 0.5%, по-моему, всех, кто держит собак, ходит с кулечками, там, собирает после себя что-то. Вот. Сработает это дело? Ну, давайте помните Киплинга с Маугли. Сначала его хотела сожрать Багира, потом его хотела сожрать Шерхан, походу, там где-то и Ка пытался съесть и так далее. Ну, как-то он же договорился. То есть тут вопрос в том, что изначально менталитет у нас тот, который есть. Но когда-то люди тоже, возможно, в далеком прошлом ели друг друга. То есть мы говорим о том, что да, сейчас иногда человек за свою собачку, которая скажет, вот там, она может укусить ребенка, сам укусит, да, то есть как бы лишь бы собачку не обвиняли. Но есть же какие-то европейские правила, как бы, точно так же с людьми, которые, да, действительно, даже в каких-то дорогих вот поселках там не убирают за своим животным, считая, что это как, ну, как-то же это какашка, кто-то там уберет потом. То есть мы идем немножко медленными шагами в сторону, наверное, какого-то человеческого понимания данного вопроса, запачкал за собой, убери. И если ты уже ответственен за своего питомца, ну, значит, ты ответственен за то, что он делает. Конечно, сегодня менталитет таков, что, ну, я думаю, что более 50% людей, которые обладают, так скажем, там, домашними питомцами, они не хотят ни убирать, ни одевать намордники, ни по-хорошему услышать окружающих. Но что-то потихоньку меняется. Среди них есть огромное количество людей, которые считают это правильным. То есть, поэтому... считаете, что появление таких объектов, оно каким-то образом повернется, знания как-то, не знаю, улучшит культуру людей? Знаете, если не воспитывать ребенка, образно говоря, в среде информационного правильного поля, а закинуть его куда-то в лес среди волков, то если волки не съедят его, то тогда, соответственно, как бы он, наверное, тоже будет нападать на проезжающие мимо телеги. Но если вы... Не, Ромул там с Ромом они вообще рим построили. Ну, я понимаю, но если вы все-таки живете в современном мире и потихонечку вынуждены все двигаться в этом потоке, то оно все потихонечку изменится, знание. Сложно, хотелось бы раньше. Но есть и свои там сложности, связанные с государственными механизмами, да, то есть у нас нет какой-то государственной программы с точки зрения там, ну, примитивной, не может быть с точки зрения кулечков, да, то есть там, которые должны стоять по-хорошему на каждом углу в парке, для того, чтобы потом кто-то мог показать пальцем, да, ну ты забыл кулечек, вон, видишь там, вот возьми и убери, да, там. Этого нету. Есть зато законы, связанные с тем, что там, ну, собаки должны быть в намордниках, ну, допустим. Но эти же законы настолько малы по своим штрафам, что они также не, ну, скажем, не исполняются точно так же, как и наши там засранные балконы какими-то там в историческом центре какими-то там стеклами, там навесными фасадами и так далее. Потому что мы живем в стране, в которой мы сами же себя ограничиваем от того страха, который может упасть нам на голову в виде штрафов. Поэтому большие штрафы страшно, а без больших штрафов вроде и невозможно. Вот так и живем. Ну и тут, наверное, должны включаться какие-то, может быть, или создаваться новые какие-то органы, вернее, возвращаться к тому укладу, который когда-то был. Существовали, ну еще до исторического материализма времени, существовали просто городовые элементарные. И при виде городового каждый поджимал живот, как-то он понимал, что, так сказать, надо как-то не сорить, не мусорить. Были участковые милиционеры, которые квартальные. Это еще там, еще довоенное время, послевоенное, 50-е годы, которые тоже, в общем-то, они следили, делали замечания, в том числе с них не падала корона, делали замечания там по поводу окурка брошенного и так далее. То есть как-то, ну, были институции, которые людям напоминали. Я скажу... Это же наш город, мы же здесь живем. Я скажу какие-то непопулярные, наверное, сегодня вещи, да, но скажу честно, если в Америке попытались обидеть полицейского, может быть, немножко некомфортно, назовем это так, немножко, да, то есть, мягко говоря. А у нас иногда складывается такое впечатление, что полиция извиняется за то, что их обидели. То есть, и это не их вина, на самом деле. У нас часто обвиняют полицию в том, что они не могут решить тот или иной вопрос. Да елки-палки, большинство законодателей сегодня, да, там, назовем их депутатами, там, или какими-то партиями, содержат какие-то там
крупного рода общественные структуры, которые зачастую как бы изображают из себя полу чуть ли не военные как бы формирования, и они очень часто как бы вступают в конфликты, в том числе и с полицией. А так как полиция — государственные структуры, должны соблюдать законы, в отличие от тех, которые вступают с ними в конфликтами, то выигрышная сторона получается у тех, кто конфликт устраивает. И впоследствии этих же людей отмазывают эти подпольные структуры. И мы в итоге имеем полицию, которая прекрасно понимает, что они не могут конфликтовать, потому что в итоге они же и будут виноваты. Поэтому, когда сегодня там полицейский подойдет и скажет, ну простите, там кому-то, что по закону кто-то должен за собой убрать, он пойдет нахер точно так же, как и я, если я это скажу. Поэтому... То есть надо укреплять эти структуры. А что сделали с пожарными? Ну, их лишили. Раньше пожарные — это был такой, санэпидстанции пожарные, да, был бич, который мог прийти за 5 минут опечатать, если не соблюдается. А у нас сегодня все горит. Извините, они бегают. Ну, давайте не на санэпидстанциях, а не вспоминать, например, как при определенных правительствах, допустим, не сейчас, а раньше, провозились целые суда с гнилым мясом и попадали в итоге через наши, скажем так, магазины к нам на полки. Я не скажу, что система коррумпированная санэпидстанции, которая проверяла качество товаров, это хорошо. Но правильная санэпидстанция, которая контролирует качество того, что мы едим, и того, что едят наши дети, наверное, это правильно. Потому что сегодня, скажем так, те, кто обладают деньгами, легко распространяют информацию, как же хорошо, что сегодня нет контроля, легче работать, государство не давит. Поэтому они могут продавать нам то, что зачастую, знаете, как мне сказал один фермер, хорошо, Толик, ты знаешь, то, что мы вам продаем, мы это не едим. Мы отдельно это едим. Он говорит, я не знаю, сколько вы проживете на том, что мы вам продаем. Да? То есть мы сегодня можем есть только то, что нам дают. Но что нам дают, это не к нам, и это даже не к ним, а к системе, которая разрешает нам есть то, что мы едим. Ну а врачи, понятно, врачи всегда это часть системы, и они никогда не будут писать, что человек умер от какого-то там, образно говоря, очередного герпицида. Это вот недавно выиграли какой-то безумный суд, кажется, у Байера или у кого-то на тему того, что люди заболели раком от того, что поливали свои домашние в огороде растения, овощи именно специальным каким-то гербицидом, который привел к заболеванию раком обоих членов семьи. Да, они выиграли суд. Что дальше будет? Непонятно, как бы, но даже такие прецеденты на Западе есть. А у нас вот что льют, то и едим. Ну, там даже там в открытую есть магазины, в которых дешевая продукция, но качество, понятное дело, обработки и прочего, так сказать, и длительность хранения дольше. И есть отдельно магазины, в которых подороже, но покупатели знают, что тут действительно экологически чистая продукция продается. Но ряд нашей продукции не попадет даже в какие-нибудь третий, четвертый или пятый магазины там. Ну вот искренне, давайте так. Ничего, мы ценники приклеим. Да. Со сроками реализации. Ну, давайте исходить из того, что вот то, с чего мы начали, что, наверное, надо искать причину не в неком общественном понимании вопроса, а просто в контроле. В контроле там полиции над исполнением законов, в контроле государственного аппарата над тем, чтобы понятные и вещи, которые там где-то преследуются, да, там у нас были точно так же. Они там бегать, о, сейчас на Западе говорят о том, что надо отменять пластиковые кулечки. Давайте будем что-то отменять. Конечно, сейчас модно пластиковые кулечки, но там уже давно не модно следить за качеством товаров. Там это было модно там сколько-то лет назад. И сейчас это норма. То есть, получается, к нам приходит то, что модно, а то, что норма уже сотни лет, как бы, ну, образно говоря, там, к нам не придет, потому что, ну, сейчас про это априори не говорят, да, это просто делают. Ну, хотелось бы еще поговорить о ваших проектах. Вот один из них, это конкурс фасадов, вот, тоже, вот, ну, как я могу преобразить и украсить свой фасад, вот, не имея на это, так сказать, ни материалов, там, предположим, ни специалистов и так далее? Ну, не совсем так, то есть есть два проекта. Есть проект «Дворики Одессы», да, в котором люди преображают своими силами. Конкурса фасадов у нас нет проекта, у нас есть, он немножко по-другому называется. Он называется «Фасады Одессы», но смысл его абсолютно другой. Очень многие люди часто говорят, что вот, городские власти там плохие, фасады не реставрируются, но есть понимание какого-то бюджета, да, там, предположим. Давайте предположим, что этого бюджета априори на все не хватит. У меня есть знакомые предприниматели, которые говорят, вот дали бы мне право, я бы сам бы сделал фасад. Я говорю, окей, я услышал одного, второго, третьего,
И я открыто как-то прямо на каком-то случайном там слушании в мэрии при прессе сказал неожиданную такую фразу: подождите, а давайте так, вот сидите там люди, которые управляют городом, да, вот есть какие-то бизнесмены. Вот давайте попробуем сделать такую историю. Вот я как городской сумасшедший, да, там говорю, что если ко мне придет бизнесмен и скажет, я хочу там реставрировать фасад, я не буду его менять исторически, да, то есть я ничего не трону, я оставлю его таким, какой он есть, я просто его приведу в порядок, чтобы не рушилась штукатурка, там, докрашу и так далее. Обычно говорят, что за это нужно платить какие-то штрафы или какие-то на определенные там взятки или еще что-то. Я сказал, давайте так, вы ко мне придете, я сделаю так, чтобы никто с вас не взял ни одной копейки. Ну вообще ни одной копейки. Вот вы не заплатите ничего. Вы потратите деньги только на краску, только на работы и так далее. Как ни странно, сказала это года 3 назад. Вы думаете, хоть один человек обратился? То есть мы очень часто говорим о том, что нам чего-то не хватает, но мы сами ничего не делаем. Я недавно зарегистрировал петицию где-то там недели две назад о том, чтобы, ну, обратили внимание на ситуацию с балконами, потому что там не хватает нескольких нормативных актов для того, чтобы можно было напрягать, скажем так, людей, которые изменили эти балконы, вернуть их в первоначальное состояние. Или же, если у людей нет этих денег, старая бабушка досталась квартира когда-то еще от прошлых, там, не знаю, родственников, она не может. Она пишет записку там пояснительную, что денег нет, приведите сами, я не против, да? И это демонтируется и приводится за счет города. Так все об этом говорят, что петицию подписало аж 500 человек. А нужно 25 тысяч. И тогда, наверное, бы можно было бы донести эту ситуацию и довести до ума. Но мы слишком много любим обсуждать и очень мало любим делать. Поэтому, знаете как, быть романтиком хорошо, быть городским сумасшедшим чуть-чуть лучше, потому что ты можешь от романтика перейти к какому-то делу. Но все равно рано или поздно этот Дон Кихот втыкается в ту мельницу, которая уже ему не по зубам. Да, поэтому, может, сидим здесь и это обсуждаем, да, примерно так. Ну, действительно, был несколько раз в Италии, вот, в старых маленьких городишках, ну, в Генуе там чуть покрупнее, вот там в Терне, в Перудже был, и там очень любопытно, они вот фасады старых домов, там же у них сохранили, ну, они строили там из монолитного этого гранита дома, там 10-12 век вот эти старинные улочки, там, не дай бог, кто-то поменяет жалюзи. Да, они, может быть, из современного какого-то более-менее материала ремонтированы, но по форме и цвету они точно в композиции, так сказать, фасада всего дома. Да, там вплоть до того, что нельзя окна менять, кондиционеры нельзя менять. Я вон ходил по старым городам, где реально иногда холодно, да, так скажем, и это видны щели, да, то есть люди как-то изнутри там их аккуратненько заделывают, но окна поменять нельзя. То есть, ну вот, нельзя. А, и еще один момент, кстати, вот интересный по поводу старых городов. А, и там тоже есть дома, которые были построены давно, да, допустим, но которые не являются памятниками архитектуры, которые некрасивые. И некоторые из этих домов они чуть-чуть доделывают, чуть-чуть. То есть доводя их до симпатичности такой, чтобы они были похожи на окружающие. Это в Генуе, кстати, так делали. Я когда-то 5 лет назад где-то начал говорить о том, что у нас же тоже так можно делать. Даже сделал вид проекта на Греческой 2, у меня не хватило пока денег на то, чтобы это реализовать. Обычный двухэтажный сарай, как его можно превратить в очередной памятник архитектуры? Мы даже сделали проект, он стоил каких-то денег. Очень симпатичное решение. Я начал говорить о том, что а можно же вот старые дома не строить там высокоэтажки, а вот так их делать и сохранить наш центр города вот таким, как он был. Хорошо, что спустя много лет. Вот совсем недавно, кажется, Рева был с мэром или в Генуе, или где-то. И вот они это увидели, им там это рассказали, они сказали, вот давайте будем восстанавливать мастерские и будем делать точно так же. То есть у нас здесь есть очень много людей, которые дышат правильными идеями, даже не зная о том, что где-то так это делают. Просто нужно и своих тоже слышать. И тогда вполне возможно мы уже давно двинемся вперед. Тем более, что в городе какие-то деньги есть. Но их стало больше. Их стало больше, к счастью, есть какие-то платформы, которые типа Citizen, которые пытаются каким-то образом финансировать подобные проекты. Ну и у меня сейчас лично там идет, скажем так, личная борьба за то, чтобы платформа Citizen стала более открытая и больше проектов правильных могли получать поддержку. И могу сказать, что это там, скажем, ну, как бы борьба не перешла в противостояние, она нашла какое-то логичное русло. И на буквально вот уже сессии, которая сейчас будет депутатская, уже будет вынесено изменение по голосованию. И может осенью много проектов, которые раньше отчаялись, что они не выиграют, могут таки победить.
То есть... Кстати, даже в качестве примера можно привести не самую богатую, если не одну из самых бедных стран Европы, это Албания, в той же Тиране. Вот за последние годы она поменяла просто свой облик. Они вот, ну, старые вот эти безликие многоэтажки, такие плоскофасадные, они их разукрасили, там разноцветные такие фрагменты сделали. То есть они видят, что надо украшать, и надо, чтобы глаз радовался в том. Давайте пойдем еще дальше, на 10 минут, остается для эфира, заговорились. По поводу вот этого конкурса одесских двориков. Вот в чем суть и кто принимает участие? На самом деле очень хороший конкурс, придуманный уже нами очень давно, но, знаете, я всегда говорю фразу «после Бога все остальные копирайтеры», то есть подобные конкурсы есть и там среди фермеров Польши и так далее. То есть я лично когда-то был, видел на доме своего дальнего родственника в Польше лучший типа фермерский дом там какого-то округа там или земелья, как, ну, типа такого. То есть мы придумали там 10 номинаций, а по ним придумали там, на то время придумали призовой фонд, потом бились головой, как его найти. Теперь, к счастью, уже немножко проще стало с этими фондами. То есть мы там, иногда город дает, иногда мы выигрываем на платформе Citizen. Но вопрос в том, что сам конкурс вообще не стоял как таковым конкурсом ради победы каких-то одного, двух, трех людей. Потому что, знаете, если там 100 человек начали заниматься спортом, а один стал чемпионом, этим 100, которые 99, которые начали заниматься спортом, они на самом деле победили какие-то проблемы, там, не знаю, там, со здоровьем, там, с какими-то будущими нюансами, там, предположим, там. И с двориками... Просто режим свой выставили. Да, с двориками то же самое. То есть, да, действительно, есть те, кто побеждают. Но я вот сторонник гордиться не теми, кто победил, а теми, кто участвует. Потому что именно эти люди начали что-то менять, они реально показывают, что вокруг них мир не замкнут на телевизор и на то, что все говно, ничего не поменять, жизнь никак не изменится, политики идиоты, всех расстрелять, да, как бы неправда. То есть мы сами сегодня воспитываем детей, объясняем им, что мы как бы в замкнутом круге, ничего подобного. Бабушки выходят на улицу, сами что-то делают, подтягивают вот этих вот там диванных там любителей, как бы. И в итоге во дворе начинает что-то происходить. У нас были дворы, когда реально одна бабушка приводила двор к победе. И в шоке были те, кто на самом деле там, приезжая на своем джипе, говорил: «Да все это говно, вы никогда не выиграете». Мы сами, когда узнавали, что она сама это делала, свою пенсию, да, то есть... Никто ей не помогал. Вот это было как бы в какой-то степени из-за нее гордость и обида, что люди как бы... Но потом эти люди подтягивались, и уже в следующие года что-то сами помогали делать, им было стыдно. То есть по-разному можно менять мир вокруг. Ну, это один из конкурсов, который это делает. У нас изначально платформа, когда-то себе там назвали, как бы пытались определить миссию, да, свою, что мы делаем. Вот мы назвали это там в кавычках там социальным миссионерством. То есть мы придумываем что-то, что немножко меняет людей вокруг. Насколько глубоко? Это зависит от самого человека. Мы сделали, попробовали, закинули зерно. Проросло, не проросло. Ну, уже как Бог дал, как бы. Ну, кстати, с тем же проектом, с пешеходными переходами. Вот, детишки там, умея, не умея, там что-то, так сказать, показали СМЭПу, как надо делать, и СМЭП, в общем-то, откликнулся. Ну, к счастью, да. То есть я обычно сторонник вообще отсутствия конфликтов. В этой истории у нас небольшой он был. Могу сказать, что он уже, в принципе, сошел на нет. То есть СМЭП уже активно рисует эти надписи. У нас таки будет встреча на тему того, чтобы согласовать теперь планы, для того, чтобы все получилось. Потому что это вроде надо. Мы прекрасно понимаем, как сейчас дети там в наушниках и взрослые смотрят в телефоны, и какие-то нестандартные отвлекающие их позиции кому-то сохранят жизнь, кому-то сохранят не машину, а на самом деле, а тоже жизнь, не оказаться где-то там в тюрьме, да, там, предположим. Потому что очень часто люди стоят, водитель должен притормозить на пешеходном переходе, само собой. Но он почему-то уверен, как бы по привычке, что человек не будет идти. А человек просто втыкнул в телефон, а потом решил пойти. Ну, сколько было таких случаев из-за наушников. И вот недавно видео, конечно, появилось, как девочка на велосипеде попала под скорую помощь, потому что она была... Ужасное видео, я его видел. Да, да. И мужчина один, это чуть раньше было, под поезд вообще попал, потому что в наушниках переходил. Это буквально... Но тут, кстати, тоже Запад показывает такие яркие примеры. Они, в принципе, по-моему, технически не очень сложные. Боюсь соврать, Ден, мне кажется, это в Бельгии. Хотя могу ошибиться. Короче, на пешеходном переходе, ну, на светофоре. Короче, когда загорается красный свет для водителей,
вот на все вот это вот зеркало дороги, проезжей части, возникает такой, типа, лазером нарисованная такая прозрачная красная стенка. Это фейк. К сожалению, технологии сегодня, да, еще не дошли до таких возможностей. И то же самое для пешеходов. Да, это фейк, к сожалению. Ну, то есть, возможно, как бы, когда-то сейчас об этом мечтают, о такой технологии все историки, чтобы на разрушенных там каких-то там храмах создавать вот эти вот там ночные голограммы и так далее. Но, к сожалению, технологии сегодня 3D еще не так далеко ушли, увы. Не, ну если уже появился фейк, значит, это толчок к тому, что эта идея будет развиваться. Эта технология мечтает вся цивилизация, скажем. Мы с вами в молодости могли вообще мечтать о мобильных телефонах? В свое время пейджер был, человек-обладатель пейджера, это был очень уважаемый человек. Знаете, так, мы начинали... А сегодня технологии ого-го как шагнули. Мы начинали мечтать с Джека Лондона и Марка Твена, потом медленно перешли на Беляева, медленно перешли на Гарри Гаррисона и двигались вперед, конечно, с развитием технологий и мечтаний авторов, которые об этих технологиях мечтают. Проблема в том, что многие из нас перестали мечтать. Вот это проблема. Потому что если ты перестал мечтать, ты по-хорошему медленно движешься к смерти. А если ты еще мечтаешь и пытаешься что-то вокруг поменять, там, научить своих детей мечтать, научить даже окружающих своим примером, что мечтать еще можно, тогда что-то меняется. То есть, ну вот, вот этот момент и с технологиями, и со всем остальным, почему они появляются? Потому что какой-то ученый не перестал мечтать. Вот и все. Да, ему платят за это деньги, но деньги не заставят мечтать. Да, я хочу обратить внимание наших телезрителей, у нас 3 минуты до окончания эфира. Вот на протяжении эфира вы видели, да, с правой стороны экрана, там адрес сайта dobroedelo.od.ua. Не случайно мы его разместили. Дело в том, что вот Анатолий недавно обратился к своим читателям и почитателям в Фейсбуке, ну, с призывом, что, в общем-то, нужны помощники, потому что проектов много, если их продолжать перечислять, то никакого эфира не хватит. Это, кстати, прекрасная идея с этими парковыми скамейками, да, вот такие полулежащие. Такие. Они тоже не просто так возникли. Случайно был в Лондоне в парке, гулял, увидел, это было лет 10-12 назад, и стало обидно, что у нас такого, наверное, никогда не будет. Пришло время, когда появилось. Скоро весь вот Парк Победы вокруг озера, там появится вот так по 2-3 кресла таких, и люди просто смогут проводить время так, как на самом деле проводят и молодые люди, и пенсионеры в некоторых уже давно развитых городах, да, и странах. Я закончу мысль, да, так вот, Анатолий обращается к вам, я озвучиваю от его имени, вот, если вот вы действительно мечтатели, если вы романтики, если вы хотите включаться в эти добрые дела, а уже есть такие люди, я вот почитал, на стенке отзывы людей, которые они сами, в общем-то, предлагали себя под конкретный пример, какой-то проект. Там, либо, ну, есть добрый гость, да, мы о нем рассказывали в нашей прошлой, во время нашей прошлой встречи. Это одинокие люди, пенсионеры, которые требуют элементарно просто что-то покушать, может быть, какие-то из вещей и так далее, регулярно это делается. Или, предположим, стоп-наркотик, да, закрасить вот эти вот все, ходят, действительно закрашивают люди, это делают. То есть сами себе выбирают вот тот проект, который вам интересен и в котором вы хотели бы себе реализовать, а вот тот эффект ваш внутренний, который вы получите от того, что вот вы включились и вроде бы даже, может быть, переступили через свое недоверие. А зачем? А как? Разве я смогу? Вот. Но, наверное, если Анатолий жив, здоров и продолжает это все творить в нашем городе, то, наверное, это, так сказать, в этом есть рация определенная. Я думаю, что все зависит только от нас. И хотя это банальная, неправильная и надоевшая всем фраза, но если вы попытаетесь, вы поймете, что это очень легко. Да, и тот же проект «Зеленый город» тоже продолжается. Да, поэтому и появились там около 6-7 аллей сакур, поэтому появилось уже там 3 или 4 аллеи сирени, поэтому появятся еще аллеи глицинии, и еще очень много всего появится. То есть просто это потому, что люди в какой-то момент присоединяются. Да, может быть, им сложно самим это намечтать, реализовать, но для этого есть мы. То есть мы можем помочь. Хотя, конечно, мы такие же, как и вы. Мы ходим на работу, мы воспитываем детей, у нас есть свои семьи. И мы пытаемся в свободное от работы время создавать то, ну, что мы делаем по ночам. То есть я обычно сплю от 3 до 6 часов, больше у меня не выходит. Кстати, исторически Одессу, так сказать, засаживали деревья. Одесса же вообще была, но если мы вернемся вообще туда, к Дерибасу и дальше, то вообще Одесса это была пустыня, и деревья возились, в общем-то, привозились из Европы, акации там прочее, да, высаживались. А вот эти склоны, которые наши одесские, это же люди своими руками садили эти деревья, то есть приходили там целыми предприятиями и так далее на субботники, это там в 50-е годы, по-моему, это было.
в свое время. То есть это все руками одессита. Вот теперь мы имеем такую хорошую, мощную парковую зону. Правда, на этих склонах там кто-то пытается сверху строить. Но я думаю, эти деревья удержат корнями эту землю, чтобы она никуда не поехала. Наша вера удержит, да. Да. Анатолий Кавун, автор, координатор социальной платформы «Доброе дело Одесса». Напоминаю, адрес сайта dobroedelo.od.ua. Вот, латиница, пишите, включайтесь в работу. Я думаю, вы вместе с Анатолием сделаете мир вокруг нас краш. В этом я убежден. Спасибо, Анатолий. Спасибо.